На блокпостах Павлодара установили арочный тепловизор. Первое устройство появилось около поселка Ленинский. Вероника Вишневская расскажет подробнее. Арочные тепловизоры будут работать на двух постах Павлодара – около поселка Ленинский и села Кинжиколь. На данный момент работы практически завершены. Разработчик совсем скоро обещает запустить. Заходя в арку, тепловизор автоматически определяет температуру тела человека. В случае ее повышения сигнал подается на карантинный пост. Кроме того, здесь расположено специальное устройство, так называемый считыватель. Обязательно каждому вошедшему необходимо приложить сюда свое удостоверение личности, и тогда все данные будут зафиксированы в базе у медперсонала. Карантинный пост находится рядом с арочным тепловизором. Здесь будут находиться медики, наблюдая за процессом через монитор. В базу сохраняется ИИН человека, дата и время проезда через пост, а также температура тела. Самое главное, то есть разгрузить, естественно, это персонал. Если у нас по Казахстану почти 9 тысяч медиков, которые заболели в связи, да, с первой линией, скажем так, на которой они живут, вот, то здесь у них отдельное помещение, в котором они находятся и уже не контактируют с проезжающими мимо людьми. Вероятность заторов, смотрите, она тоже снизится, просто не в первый день. В первый день, естественно, когда человек, как и вы, заходит и не знает, что с этим делать, естественно, так не будет. То есть, но в последующем проезжают плюс-минус одни и те же люди. То есть, когда он уже понимает, что сделать, ну, вы сами видели, то есть, пройти просто через арку, то есть, ну, это не занимает много времени. Арочный тепловизор бюджету обошелся в 3,5 миллиона тенге. В дальнейшем его можно будет демонтировать и использовать в любой организации, где чаще всего происходит большое скопление людей. Отметим, что в Казахстане такого опыта еще не используют. Можно смело сказать, наш регион первый, где на блокпостах появился арочный тепловизор. Вероника Вишневская, Досымбек Токай, Ертес Ахпарат.